На праздник, организованный фондом Гейдералиева, детей доставили на специально выделенных для них автобусах. Чтобы порадовать малышей, на этом украшенном с особым вкусом пространстве, переданном в их распоряжение, была создана сказочная атмосфера. По инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиевой, ежегодно накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника организуется веселье для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей, нуждающихся в особой заботе. Не стал исключением и этот год. В праздничном веселье для детей приняли участие первый вице-президент Азербайджана, президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева, ее внучка, вице-президент фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева. Праздничное веселье началось с показа видеоролика, повествующего о встречах великого лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиева с детьми, их внимание и заботе о молодом поколении. В этом году, как и в предыдущие годы, участникам торжества была представлена программа, подготовленная в новом оформлении. Эта программа, установленная во дворце декорации, создавали по-настоящему праздничное настроение. Радость детей, танцевавших, исполнявших песни, демонстрировавших свои умения, восхищавшихся чудесами в украшенном дворце, не знала границ, так как именно им были адресованы праздник, организованный фондом Гейдара Алиева, и выступления известных мастеров искусств, героев любимых сказок и мультфильмов, один интереснее другого. Улыбки на лицах детей стали самой высокой оценкой деятельности фонда Гейдара Алиева, который преподнес им этот подарок. Малыши на сей раз, как всегда, собрались вокруг их самого большого покровителя, Мехрибана Алиева. Первый вице-президент Азербайджана разделила радость детей, тепло побеседовала с ними. Музыкальные композиции, подготовленные для праздничного торжества, наряду с профессиональными мастерами искусств, с интересной программой выступили детские коллективы. Дети были взволнованы встречей с героями любимых мультфильмов. Сценки, ритмичные песни, танцы привнесли в праздничное мероприятие еще больше красок. Во дворце, напоминавшем зимнюю сказку, дети накануне праздника оказались в окружении любимых героев, веселились вместе с ними. Действующий с 2004 года фонд Гейдара Алиева, опираясь на добрые, благородные и гуманистические ценности, избрал в качестве одного из важнейших направлений деятельности развитие Института благотворительности в обществе. Ценные проекты фонда в этом направлении, основанные на всесторонней поддержке деятельности государства, могут считаться примером для других структур. Основной мотив благотворительной деятельности фонда составляет любовь к людям и бескорыстные добрые дела. Первый вице-президент Азербайджана в своих выступлениях неоднократно подчеркивала: «Дети – будущее Азербайджана. Давайте не будем безучастны к их проблемам». Возглавляемый Мехрибан Алиевым фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание решению проблем детей, лишенных родительской опеки. В рамках программы фонда развития детских домов и школ-интернатов детские учреждения в нашей стране капитально ремонтируются, оснащаются новым оборудованием. Именно на эти благородные ценности опирается 13-летняя многогранная деятельность фонда Гейдара Алиева, ставшего высшим адресом благородства, милосердия и доброты, успешно реализовавшего за короткий срок ряд стратегических с точки зрения общенародных интересных проектов. Мехрибан Алиева выступила на празднике. Поприветствовав учителей, родителей, детей, она сказала, что уже более 10 лет они вместе провожают старый и встречают Новый год. И очень рада, что и в этом году вновь вместе. Новогодний праздник – один из самых любимых праздников. Обычно люди отмечают его вместе с членами семьи, родными и близкими. Мы тоже отмечаем сегодня новогодний праздник вместе, как одна большая дружная семья. Надеюсь, что 2017 год был успешен для каждого из вас, всего азербайджанского народа.
В нашей стране продолжается благоустройство и созидательная работа. Хорошеют, развиваются наши города, села и регионы. Как вам известно, 2017 год был объявлен в нашей стране годом исламской солидарности. Азербайджан является неотъемлемой частью исламского мира. Мы с большим уважением, большим вниманием относимся к нашей религии и истории. В то же время мы открыты для мира страна. Мы хотим налаживать сотрудничество с другими государствами на основе братства и взаимного уважения. Как вам известно, в этом году в нашей столице с большим успехом прошли 4-е игры исламской солидарности. Наши спортсмены неоднократно радовали нас. Был поднят наш флаг, звучал наш гимн. В то же время эти игры, собравшие представителей всех исламских стран, стали истинным праздником солидарности, превратились в настоящее торжество дружбы и братства, сказала первый вице-президент Азербайджана. В 2017 году были реализованы очень важные не только для Азербайджана, но и всего региона крупномасштабные проекты. Как вам известно, была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Было подписано соглашение о втором этапе контракта века, который продлится до 2050 года. Продолжается работа в других областях. Мы последовательно решаем стоящие перед нами задачи, устраняем проблемы. В нашей стране продолжается строительство и ремонт новых школ, детских садов. Созданы все условия для того, чтобы дети получали образование на самом высоком уровне. Наш город Баку с каждым днем хорошеет. Хорошеют наши регионы. Прокладываются новые дороги, страна благоустраивается, отметил Мехриман Алиева. Надеюсь, что 2017 год запомнится вам приятными моментами, радостными событиями в вашей жизни. Надеюсь, что этот год был успешен для вас. Желаю каждому из вас в 2018 году крепкого здоровья, успехов и счастья. Желаю, чтобы наши дети были грамотными, образованными и воспитанными. Желаю, чтобы они по-доброму и с уважением обращались со своими друзьями, близкими и окружающими людьми. Пусть ваш путь будет открытым, а сердца озаряет свет. Поздравляю всех вас с наступающим днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Дорогие ребята, вы также должны знать и то, что для подготовки этого праздничного веселья потрудилось много людей. Вот уже более 10 лет наши известные мастера искусств, музыканты, артисты отмечают вместе с вами в этом замечательном дворце Бута Новый год. Создают для вас прекрасную и веселую атмосферу. Давайте вместе поприветствуем этих замечательных, заботливых людей и выразим им признательность. Bu güzel insanları, bu gaygıkeş insanları algışlayak ve onlara öz minnettarlığımı bildirelim. Bir daha Еще раз сердечно поздравляю каждого из вас. Желаю вам здоровья, счастья, а нашей стране процветания и мира. Да хранит Аллах каждого из вас и нашу страну. Большое спасибо. Праздничное веселье, как часть многогранной деятельности фонда Гейдар Алиева, порадовало сотни детей. По окончании веселья каждому участнику были вручены праздничные подарки, подготовленные фондом Гейдар Алиева. Праздничное веселье, подаренное фондом малышам, оставило в памяти детей неизгладимый след.